Стартовал 9-й сезон проекта «Голос, дети». Ну и как же без наших талантов? Тимур Тян, 14-летний мальчик из Кызылорды, сумел развернуть Егора Крида с песней покойного экс-члена жюри Градского «Как молоды мы были». Мы друзей за ошибки прощали, лечит вены, простить не могли. Кстати, по определенным причинам выступления Тимура нет на официальном канале проекта. Однако у ноунейм-источника Ивана Орехова на ютубе видео с мальчиком набрало уже около 200 тысяч просмотров. Мы с мамой подали заявку на кастинг «Голос, дети». И я совсем забыла об этом, но редакторы проекта позвонили мне через пару месяцев и позвали на очный кастинг. 10 тысяч детей, самых талантливых с разных стран мира. Среди них был я. Тимур даже не расстроился, когда к нему повернулся только один наставник, а наоборот, был очень счастлив. За два дня до слепых прослушиваний главный продюсер проекта Юрий Аксюта назвал нам, кто сидит в жюри. Это Баста, Полина Гагарина и Егор Крид. Конечно, я говорю маме, что я очень хочу к Егору Криду, потому что как бы это мой кумир, я слушал его, когда был совсем маленьким. Сейчас все ребята приступили к очень бурной работе, так как впереди на втором этапе их ждут поединки. Дядя Егор взял себе в команду 15 человек, и на следующий день после слепых прослушиваний Егор Крид встретился с нами, познакомился с нами, и уже каждый день мы занимаемся с Егором Кридом. Мы сейчас находимся на этапе выбора песен. Пока раскрывать завесу строго-настрого запрещено, но для вас у нас есть небольшой спойлер. Надеюсь, что на этом этапе я сяду за инструмент, так как Егор Крид уже знает, что я пишу песни, что я играю на инструментах. Кстати, рады сообщить, что телеканал Гакку сегодня исполнил одну мечту маленького Тимурчика. А оказывается, он наш давний фанат и не пропуская смотрит все рубрики. Сәлем, сендермен бірге қазір тумпақ балам. Қазір мен өзі бес сүйекті заттарды көрсетемін. Бірінші бұл әрине зонтик. Зонтик, как говорится. В любую погоду поможет. Ну что ж, Тимур, мечты сбываются. Только вперед.